Странный человек Егор. Егор боится гор. И скал, и холмов боится. Как увидит гору, так обомлеет. Над Егором гора угорает. Ничего ему не помогает. Спокойно внешне, а внутри. Гори, гора, гора, гори. Умный в гору, говорят, не пойдет. Умный гору, говорят, обойдет. Но попробуй-ка ее обойди. Гора сзади, гора спереди. Ох, страшная эта гора. Но с проблемой справляться пора. И вот красный, как помидор, к горе подползает Егор. Хочет гору он раскопать, землю по полю раскидать. Но спускается с горы Игнат. И Егор Игнату рад. Говорит ему: давай помогай, бери лопату и копай. Но в обморок упал Игнат, потому что боится лопат. Но тут подошел Рустам, и стали копать тут и там. Но в обморок упал и Рустам, потому что боится ям. Но тут подошел Антон, ну, казалось бы, храбрый он. Но упал и давай валяться, потому что боятся, боятся. Но тут подошел Константин, высокий, синеглазый блондин. Но в обморок упал без затей, испугался лежащих людей. Кати, Маши, Юли, Гали, все на всякий случай тоже упали. Все попадали, как забор, остался один Егор. Солнце село за горой, под горой герой, Егор, Егор, герой. Небо красным окрашено. Страшно.